сердца решили поздравить вас с этим самым главным городским праздником, днем рождения города Ивангород. Нам сегодня 528 лет, действительно огромная, славная история, многовековая история, которой мы по праву с вами можем гордиться. Да, мы стали на один год старше и на один год мудрее. Хочется сказать нашим медицинским работникам, которые все это время находились на передовой, я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто трудится на предприятиях, учреждениях нашего города, всем тем, кто делает наш город чище, краше, благоустроенней, всем тем, кто учит наших детей, обеспечивает безопасность, охраняет государственную границу. Поздравить всех вас, пожелать вам счастья, здоровья, а нашему замечательному городу дальнейшего процветания. С праздником вас, друзья! С днем рождения, Ивангород! Дорогие, мы с вами здесь снова на центральной площади. Сегодня мы отмечаем день рождения нашего города. Сегодня мы чествуем тружеников города, все тех, кто своим трудом, своим старанием, своим умением вносит свой вклад в развитие Ивангорода. Крепкого здоровья, благополучия в семьях, процветанию бизнесу. Ну и, конечно, чтобы каждый год мы так же дружно, так же вместе отмечали этот замечательный праздник. С днем рождения, Ивангород! Хлеб, соль. Я говорю, русская традиция угостить их караваем, хлебом, солью, как говорится. И медовухой. Ну, конечно же, медовуха – это неотъемлемый атрибут встречи. Ансамбль «Весна». Гости, прошу вас на сцену. Мы встаем и возрождаем. Вот уже несколько лет на дне рождения город, да из единой чаши, что братиной зовется, хмельным напитком угощаем. Уважаемые хозяева, дорогие, гостей привечайте, традиций добрых не нарушайте! Мы от всей души поздравляем вас от имени города Кингисеппа с этой замечательной датой. И примите, пожалуйста, в подарок нашу песню. Далеко тебя забросила, заманила жизнь тревожная. Но однажды ранней осенью вдруг случится невозможное. Понад кущами рассветными, над креницами холодными, малой птахой неприметною полетишь туда, где ждет тебя. Моя родная наша русская земля. Ведь 26 июля 2020 года слились воедино сразу три праздника. День города, 76 лет со дня освобождения Ивангорода и Нарвы,
И, конечно же, мы празднуем День военно-морского флота России. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом выполняют успешно ответственные и сложнейшие задачи. Реки и впредь будут приумножать славу флота и России, достойно продолжая богатые традиции своих предшественников. Море вернуло, говором чает, песни прибоя рассвет пробудит. Море навстречу им, детские сказки на синих ладонях несет корабли. Города, администрация, от имени командования и всего личного состава службы в Сосновом Бору примите сердечное поздравление с 76-летием освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны тысячи жителей покрыли себя славой в битвах с фашизмом. 76 лет назад, в июле 1944 года, советские войска освободили Ивангород и Нарву. Нарвская битва длилась 7,5 месяцев. В ней участвовали все виды вооруженных сил. Военно-морской флот, сухопутные войска, авиация и пограничные войска. 23 мая 1943 года два боевых катера дивизиона пограничных судов, дислоцирующихся в Усть-Нарве, Балтийского отряда пограничных судов Прибалтийского округа, выступив против 10 судов немецко-фашистских захватчиков, вышли победителями. Руководство города создает все необходимые условия для жизни и деятельности населения. И в этом, несомненно, главенствующую роль принадлежит вам, уважаемый Виктор Михайлович. Мы, воины-пограничники, благодарны администрации города и области за внимание и помощь в деле обеспечения надежной охраны границы России. Уважаемый Виктор Михайлович, в этот знаменательный день искренне желаю вам, всем жителям мирного неба, счастья, благополучия, дальнейших успехов в деятельности на благо Ивангорода и муниципального образования во имя процветания России. Спасибо! С праздником! Ну что ж, уважаемый Андрей Юрьевич, от лица руководства города, от всех жителей города Ивангорода я, конечно же, хотел поздравить наш замечательный дивизион пограничных сторожевых катеров с их профессиональным праздником, Днем военно-морского флота. Удачи и успехов вам в вашей нелегкой службе. Спасибо. Старшина первостатейная, а кореш мой, ничего мы в запасе, ПЧ-3. Ждем последней середины лета выходной, ждем, как кашалоты ждут гольфстрим. Два бревна качаются в волнах. Боря, спорим, я до бастиона доплыву, где мобилизованы в клишах. Мы с великим городом, седина нам бороды, праздник отмечаем ВМФ.
От всего сердца, конечно, хочется пожелать им расти здоровенькими, послушными. Ну, а их замечательным родителям не останавливаться на достигнутом. Мы прекрасно видим, как это у вас хорошо получается. По традиции, мамам сегодня цветы, детям подарки, а всем хорошего настроения. По синему морю, зеленой земле, плыву я на белом своем корабле, на белом своем корабле, на белом своем корабле. И упывают неполный ветер, плыву я к единственной маме на свете. Уж мама меня непременно найдет, и так не должно быть на свете, чтобы не потерять. Быстрее лети, и порой там, где крут поворот, беспокойное сердце врача нас хранит от болезней любых и невзгод. Если чьё-то здоровье тебе суждено охранять или спать по ночам, это значит судьбой человеку дано беспокойное сердце врача. Согреваемый тёплым свечою дрожит, это лучшее в мире призвание охранять нашу хрупкую жизнь. Эй, за доктор, мы за вас болеем. Утро доброе, станет день светлее. Не болейте, доктор, мы за вас болеем. Сегодня солнцем я дышу, на солнце целый день гляжу. Весна весной над небом стороже. Весенние песни поет вся страна. Сегодня Невский тесен для нас с тобой весна.